в новом масштабе будет проходить сегодня здесь. У нас много участников зарегистрировались в режиме онлайн. Сейчас вообще регистрация, кстати, была открытая и бесплатная. И первые 150 человек получили вот эти фирменные майки. Посмотрите внимательно. Я могу покружиться, покрутиться. Напомню, что с 13.00, после того, как мы представим главных судей сегодняшних открытых соревнований по периметру лыжников, вот здесь вот напротив сцены будут работать разные зоны. Напомню, что это бобстап, это армлифтинг, это жим стоя, это жим лежа, а также строгие сгибания на бицепс и строгие подтягивания. Возможно, мы узнаем и на сегодня новых рекордсменов и будем, конечно же, их награждать на этой сцене. Прилетел специально. Это двукратный чемпион мира по армрестлингу. Он приехал с своей очаровательной супругой. Это удивительный человек. Человек невероятной силы. Про таких людей говорят, что в них вот такой стальной дух, который вы можете почувствовать, пожав его левую руку.
меня это большая честь сегодня присутствовать здесь, рядом с таким человеком, рядом с вами. Спасибо вам. Роман Курцын, актер, кинозвезда, и во всех фильмах, где он снимается, он хорошо играет, он классно играет, он живой, он здоровый, он симпатичный, он красивый, он приятный, он у тебя всегда пресс. Пресс у тебя вот все время. Покажи, покажи. Вот вам, вот так. Я желаю вам заниматься спортом. Я сегодня представляю сеть фитнес-клубов X-Fit, и мы, как всегда, сегодня разыграем победителям две клубные карты в любой из клубов сети X-Fit. Основательница студии красоты Special One Елизавета Святец. Ваши аплодисменты. Сегодня мы выберем самую красивую девушку, самую красивую участницу и подарим ей сертификат на 50 тысяч на годовое обслуживание в нашей студии на любую услугу. Это один из лучших пластических хирургов страны. И сегодня Илья Сергеев — почетный член нашего жюри. И вы уже поняли, что он выбирает девушку, которая подарит увеличение груди. Всем привет, меня зовут Наталья Казакова, компания «Джинсовая симфония». Приз очень интересный, хороший, сертификат на 20 тысяч рублей. СВ Бикини с нами. У нас сегодня три сертификата, два из них денежных и один на пошив пляжного купальника. За первое место мы вручим сертификат 10 тысяч рублей. Это Виктор Дроган, компания S-Shaped. Подарочек подарим — замечательные штанишки и поясок для девочек. И маечки. Такой наборчик фитнес. Также у нас призы, конечно же, от наших друзей, от FitRx, от Binasport, от Optimum Nutrition, от Optimum Fitness и от других спонсоров. Я представитель компании Top Smile, авторская клиника Александра Жарова, и мы подарим победителям два сертификата на профессиональную гигиену и отбеливание. День физкультурника 2018. Мы начинаем фитнес воды. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on this. I'm afraid of those feelings I'm made of. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on this. I'm afraid of those feelings I'm made of. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time, my time. None of you people can tell me to stop. This time, like the last time, you better get ready to race to the top. My time, my time. None of you people can tell me to stop. Lower the lights down. Hand over my crown. Hand over my heart. I do this for my time, my time. None of you people can tell me to stop. А сейчас мы проведем церемонию награждений, состязаний, соревнований. И лучший результат сегодня среди девушек показала Мария Зайцева. 31 килограмм, внимание, и 700 грамм сумела поднять одной рукой. Следующие атлеты по жиму лежа, готовьтесь к награждению. А первым среди юниоров стал Полосков Антон. У нас были начинающие юниоры, а есть еще юниоры со стажем. Это те, которым еще не достигло 21 года. И
победителем среди юниоров становится Морозов Валентин. Первый лучший результат среди мужчин до 70 килограмм показал Чалый Дмитрий. Следующая весовая категория — мужчины 80 килограмм. И победитель — Анатолий Маловкин. И победитель — Евгений Шефер. Ну а первым среди них весовой категории до 100 килограмм стал Кожухарев Нестор. Четыре повторения со штангой весом 22,5 килограмма одержала победу Мочелова Надежда. Первое место — 50 повторений, штангу весом 25 килограмм Евгения Балясина. Юноши. Поздравляю, Федор, золото. Хотим наградить мужчин и женщин в категории бобстарты. Первое место — Чалый Дмитрий. Мужчины категории до 80 килограмм. А мужчины категории до 90 килограмм. Before I see you again. Продолжаем. Мужчины до 100 килограмм. Алексей Журавлев. Вес, поднятый над головой, 130 килограммов. 36 повторений покорилась юноша. Приглашаем участника для того, чтобы он представился, рассказал о себе, чтобы вы, уважаемые жюри, могли оценить его адекватность. Это мой первый опыт выступления такого формата. Спасибо, спасибо. Позвоните мне. А какой подарок вы хотите сегодня на праздник? Еще вопросы? Спортсмены, в первую очередь, это сильные духом люди. Награждение по строгим подтягиваниям. И первое место среди юношей занял Семенов Вячеслав! 33 повторения, друзья, 33! Первое место среди девушек заняла Инна Коновалюк, подтянувшись 25 повторений. Лукина Ксения! 36 повторений, друзья! Девчонки, подъем на бицепс.
Победителем среди юношей становится Гайфутдинов Максим. Антон Корчин, профессионал в подъеме штанги на бицепс. Первое место. Третий раунд. Да. Фотосессия. Светлана и Саймон. И сертификат, который висит на операции по увеличению груди, мы решили участницы под номером 86, которую зовут Светлана. На 50 тысяч рублей сертификат на приобретение купальника от СВ Бикини. Даша Наварская. Трехмесячное посещение нашего барбершопа Diamond Саймон. И абсолютными чемпионами у нас в данной категории становятся Дарья Наварская и Саймон Марданшин.